Спасибо. Слово предоставляется Сергею Сергеевичу Митрохину. Уважаемые депутаты, конечно, можно о многих новациях сказать этого пакета, но надо отдавать себе отчет в том, что самая эта главная новация, она сброшена неожиданно на нас, пала. И никто ее, кстати, не обсуждал ни в каких рабочих группах. Вот. Когда депутат Орлов нам говорит о том, что вот эти все идеи витали в воздухе, и вот они тут материализовались сейчас в этом пакете, то я не соглашусь вот с этим. Идея о том, что Владимир Владимирович будет у нас править практически пожизненно, она нам спустилась из космоса. А в космосе, как известно, воздуха нет. И это самый главный вопрос, который сегодня надо обсуждать. Хотя другие, конечно, тоже важны. Что нам предлагается, какие традиции мы укрепляем, если поддерживаем то, что вот нам сегодня сунули таким образом. Традиции абсолютной монархии, полной несменяемости власти. Когда кто-то скажет, что тут у нас выборы есть, и тут якобы конкуренция, эти слова постоянно говорит президент. Ну, извините, мы знаем же, что это за выборы у нас президентские. Мало-мальски любого опасного кандидата, на них просто не пустят. На телевидении с утра до вечера и на выборах, и между выборами будет один и тот же человек. И все знают этого человека. Поэтому, конечно, не надо самих себя обманывать, никакие это не выборы, никакая это не конкуренция. Единственная возможность была хоть какого-то ограничения, это ограничение сроков. И все на это надеялись. К сожалению, Государственная Дума, Совет Федерации вчера обнулили эти надежды. Опять же, о традициях, если будем говорить. Да, строго формально, не пожизненное, до 36 года. Что это означает? Одному человеку в России разрешили править 36 лет. Это не больше, не просто больше, чем Брежнев правил. Это в два раза больше, чем Брежнев правил. В два раза. Ну и что, давайте вспомним, чем это кончилось. Значит, первая наша традиция монархическая, абсолютной монархии, которая возвращает наш пакет. Знаем, чем кончилось в 17 году. Ну а чем кончилось вот возобновление этой традиции в советское время? Да тоже знаем. А было-то что тогда? К чему эта несменяемость привела? К маразму во власти. И все прекрасно помнят лицо этого маразма. Она привела к тому, что страна не развивалась и глубоко села на нефтяную иглу. Она не смогла конкурировать с Западом, с которым вела холодную войну, и не удержалась еще от того, чтобы ввести горячую в Афганистане. Ну а давайте посмотрим, что у нас сегодня-то происходит. Да, в принципе, абсолютно то же самое. Мы также сидим на той же самой нефтяной игле. Мы также во вражде с окружающим миром, причем тогда мы только с Западом враждовали, а сейчас у нас из друзей только Сирия осталась, в которой мы тоже ведем войну активную, как тогда в Афганистане. В чем разница? Уважаемые депутаты, я хочу заострить ваше внимание вот на этом вопросе, на том, чем всегда и без всяких исключений заканчивался застой в российской истории, чем закончился царский застой. Чем закончился брежневский застой? Когда говорят, что Горбачев развалил страну. Горбачев – это была уже инерция, это был уже период распада. Причиной, основной причиной развала страны был Брежнев, был застой, была та политика несменяемости, консервации традиций и всего прочего, о чем сейчас с пафосом говорится с высоких трибун, в том числе и с этой. Давайте подумаем о судьбе нашей страны. В 17 году она существенно сократилась, да, в своих размерах. В 91 году еще больше сократилась. Сейчас наступаем опять на те же грабли. И что в результате останется от нашей страны? Да ничего не останется. Потому что та поправка, которую вчера приняли Госдума и Совет Федерации, это мина замедленного действия, в результате которой от нашей страны может ничего не остаться. Не обнуление сегодня нужно России, а обновление. Призываю вас голосовать против этого пакета поправок.